70 и мать дроха игра плюшевая, которую я купила 1600 рублей, да. Юрий, некоторые, кстати, спрашивают вопрос, что Гордон не мой или нет? Я вам скажу, вот, ребят. Вы охренеете. Я отвечаю вам. Да. Он просто неверный человек. Понимаете, я надеюсь, вы понимаете. Люди, у меня баланс, поэтому я не могу проходить блокмезу и скачала сюда. Давайте же снова сладимся нашим любимым проектом. Кстати говоря, этого момента не было. Что, где моя? Блядь, чего? Доброе утро и добро пожаловать в транспортную систему Черной Мезы. Этот автоматизированный поезд предоставлен для обеспечения безопасности и удобства сотрудников исследовательского центра Черная Меза. Текущее время 8:47 утра. Температура вне комплекса 34 градуса. С ожидаемым увеличением до 41 градуса. В комплексе Черная Меза постоянно поддерживается комфортная температура в 20 градусов. Жуколиня. Я вам покажу. Ну, давайте будет в два раза. Пойдем, пока. Русский не знаю, потому что дебилы. Знаете, что было? Инфицирование зомби ГП. Зомби прячет. Одного дебила, который не знает ничего. Нет вопросов, а нет. Этот поезд направляется из жилого комплекса уровня 3 в испытательные лаборатории сектора С. Если пунктом вашего назначения является зона повышенной безопасности за пределами сектора С, вам необходимо будет вернуться на центральную транспортную платформу в зоне 9 и сесть на поезд повышенной безопасности. Если вы еще не передали ваши идентификационные данные в биометрическую систему допуска по сетчатке глаза, вы обязаны сообщить об этом сотрудникам Черной Мезы, прежде чем вы будете допущены в защищенную ветку транспортной системы. Причине высокой токсичности материалов, свободно хранящихся в помещении Черной Мезы, курение и прием пищи в пределах транспортной системы запрещены. Не платок, я что, беру рукавец, блядь. Че, блядь, ты же люди. Не подумали, батя. Корма, фу, нарушать, блядь. Пожать. Верит мне говняная работа, где я зарабатываю 2000 рублей за какое-то дерьмо. Пожалуйста, не высовывайтесь из поезда во время поездки. Да ладно. Не пытайтесь открыть двери. Блин, вы уже половину остановки поезда на платформе станции. Серьезно? В чрезвычайной ситуации оставайтесь на своих местах и ожидайте дальнейших инструкций. Блин, у меня нет места. Да хрена нет, а я поезд. Это же сеть, я нормально. Пожалуйста, не приближайтесь к токоведущим путям и проследуйте на станцию экстренной помощи до прибытия аварийно-спасательных служб. Ну блин, я хочу видеть вертолет, не вижу. Нет, я на вертолет, хочу видеть. Хотел видеть вертолет, но не хочу. Не дали сразу. Хотя зачем тебе на этой кастомерстве? Кастом нет. Сейчас вам прям будет на этот робот. Я не буду мать, а нормально?
автомат, чтобы как бы чувак не выпрыгнул туда-туда. Чтобы будет там бар, да, потому что чувак там горит. Блин, а хрен ты только замолвил, чушься. Тут так есть, вот видите, специальная сохраняшка. Я еще дополнил. Ты что такое понимаешь? Вот Зафрила любит такое понимать. Напоминаем, что курсы черной мезы по десятиборью начинаются этим вечером в 19 часов на уровне 3. О полуфиналах для персонала будет сообщено отдельно по защищенному каналу. Помните, что от вашей физической подготовки зависит не только ваша жизнь. У вас есть друг или родственник, который мог бы стать ценным дополнением к команде черной мезы? Открыты вакансии в отделах погрузочно-разгрузочных работ и службы безопасности. Для дальнейших справок обращайтесь к сотрудникам черной мезы. У вас есть коллега, специализирующийся в физической физике, биотехнологии или другой высокотехнологичной отрасли, пожалуйста, обратитесь в наш отдел кадров. Черная меза – работодатель равных возможностей. Кто еще так, если дальше существует? Причем, когда уж человек там... Вася, кстати, надо было в этой игре подработать на трубах, потому что тут ходят очень часто ссутся трубы, не ссут, да, они. Другой раз, они ссут. И опять мы не ссут. Напоминание всему персоналу черной мезы. Одним из требований для продолжения работы в исследовательском центре черной мезы являются постоянные замеры уровня радиации и биологической опасности. Пропуск запланированного анализа мочи или проверки на радиацию ведет к немедленному увольнению. Если вам кажется, что при исполнении своих обязанностей вы облучились радиацией или попали под воздействие иных опасных материалов, немедленно сообщите об этом своему офицеру по радиационной безопасности. Соблюдайте технику безопасности. Работайте с умом. От этого зависит ваше будущее. Я говорю, тысячи трубы. Извините. Помогите, я еще не нахуй. Ну, давай быстрее, чувак. Шли ногами. Ёпт. Один. Доброе утро, Фримен. Да блин. Вы опаздываете. Чок, может хватит напоминать, что я делаю, Бог. Не хватало еще как-то напоминать, чувак. Знаете, Барни тут в последнее время совсем не видно. Видимо, досидел наконец в баре. Что это такое? Охрана. Охрана, дверь, откройте, милиция пришла. Вообще, Ива, только я могу что-нибудь взять и разбить. С монтировки. Бля, помните, это тоже моя. Наверное, если будем третий взяли. Ты отстриг свой конский хвостик. Че? Предатель. Че? Какой такой конский хвостик, извращенец? Бля! Какой такой конский хвостик? Предатель! Здравствуйте, мистер Фримен. У меня здорово, куча сообщений для вас, но... Понимаете, почему я здесь работаю? Что я не уклюжу, я не вежливый. Я все еще я в этой единственной работе работаю, где я могу хоть 1000 рублей заплатить. Тысяча рублей заплатить, я сказал, какое-то говно, они еще дают платить, чувак, ты понимаешь? Думаю, уже все в порядке. Они просили убедиться, что вы отправитесь туда сразу, как наденете защитный костюм. Ай, перестань, ладно? Хорошо. Тебе нормально так жизнь, да? Доктор Веволов, попробуй Ctrl-Alt-Delete. Аномальных материалов. Не стой над душой, на нервы действуешь. Ах, да, Гордон. А вот я.
Отвай вообще квадратную голову, Майнкрафт. Мне что-нибудь найти слабо? Да, стерео. Доктор Фриман. Я бы хотела вызвать на чаек, попить и зайти в уборную. Не понимаю, и вы уже понимаете, что я хочу там сделать. Доброе утро, Фриман. А тебе не дам пройти, ворот, мудак. Что? Что? Вот, what the fuck? Привидящее привидение, что ли, меня же намечает? Да, это просто привидение. Что? Но у меня есть свои планы. Ты всегда можешь приехать на следующий фестиваль. Вау. Что такое? Вау. Ой, вы только посмотрите! Фриман все-таки соизволил появиться сегодня на работе. Похоже, кто-то... А, я похоже, да, нет. Утро, Фриман. Держите свои ручонки при себе, Фриман. Держи свой рот при себе, ворот у могилы. Да-да. У меня скоро будет пицца с пепперони. Серьезно? Тебе что, нечего делать, он купил себе пиццу. Доброе Далее. Утро, Гордон. Доброе утро, ворот у мудак. Вот мои джимы. Джимы, ю-ю. Вы забыли перенести двойку. Или да, двойку? Вы забыли венок купить. Немедленно прекратите это безумие, Гордон. Очень здорово. Держи себя в руках, Гордон. Говно я! Я бы хотел видеть вашу ученую степень, доктор Фриман. Да что ты, нафиг! О боже, что ты делаешь? А что ты делаешь? Вас в детстве не роняли боковой премоторной областью, Гордон? Ты как имеешь право обсуждать мои родители? От моего внимания вы не заслужите. Ты осуждаешь, Гордон Фриман. Все еще изучаешь палеоматематику? Я не знаю этого Трумана. Мне кажется, он просто напихал умных словечек в свою докторскую из научных журналов. Ради бога. У вас в детстве еще одно ошибочное использование постоянной Больцмана. О нет. Этот клоун неправильно написал предел Чандрасекхара. Почему вы хотите облапать все в моей лаборатории? Вау, какая же я победила. Может позже, Гордон. Извини, Гордон, но я очень занят. Че, кто будет усе занят, кроме меня? Не могу отличать от некоторых, я не наш спецсекретный. Вы ошиблись, что за мистер Фриман. Вы же знаете, я не могу вас сюда пустить. Да ладно, чувак. О, я понял, что это. Да понятно, это значит, прекрасно знать. Ну, играл по кмету, где... Ну, смотри, он проходит тут тоже прекрасно то место помнить. Я вот до сих пор помню, где там мертвый зомби сдох. Это, кстати, вон, по-моему, пост за аптечкой. Я это прекрасно помню. Если вы не поняли такое место, тогда произвините его лошпед. Что такое место, запомните его вообще, прям стыдно знать. Ты думаешь, что простое его повторение принесет тебе признание? Сосредоточься лучше на чем-нибудь новом. Демон Максвелла. А что, я хочу заказать себе пиццу в пепперони, давай. Пиццу в пепперони! Через 5 секунд у меня будет она пицца. Что это за говно? Вы пытаетесь сломать все, к чему прикасаетесь, Гордон? Я это возьму. Мне это полезно. Да я больше нужен, чем тебе. Сказать, что с помощью современных технологий я вас создал? Хватит, больше не желая слышать ни слова из этого идиотизма. Слышали? Никто не хочет. Не обращай на него внимания, но прими это к сведению. Ты и твоя приукрашенная переделка – полная чушь. Талант заключается в умении скрывать заимствования. Давайте-ка вернемся к работе. Потом по крайней мере, вы пытаетесь сделать вид, что заняты. Я не хочу тут вообще говорить, я хочу эту фирму забрать с собой. Курить нельзя. А химики можно сюда носить? С добрым утром! Привет! Батюшки! Что за черт? Что? Ох, я батюшки-матушки. Думаешь, сможешь починить заодно и торговый автомат, умник? По этому поводу все мозги прополощут. Лучше тебе стать атомом и расщепиться.
Я такой призывай, мужик. Почему мы все должны носить эти смехотворные галстуки? Я еще не пошел, опять пошел. Лол. Так. Лол. Где они? О, костюм. Костюм Москвы. Да. Ты по ком не нашел, не? Теперь она опять шкафчик. Уж зараза, и ничего не остались, да, ничего. Коллега мага. Держи её! Я ещё не понимаю. Так, держи, я себя не помню. Держи! Для оставшихся это хорошо не будет. Я чувствую в себе, это просто батлея. Я не помню, куда идти, поэтому иду куда захочу. Доктор Нильсон, доклад. Замена света. Меня правильно путь туда. Потерялся приятель? Да, это все еще не тот шлюз. Что тебе не нравится? Я даже в костюм не иду. Что тебе еще не нравится? Ты думаешь о том же, о чем и я? А как ее попасть к нему против мудака? Проходите, сэр. Да с радостью. Сегодня твоя очередь тянуть лямку. Где нам кто зайдет, да, породы? Эй, what the fuck? Там будешь делать пора, ты мудак. Понятно. А, Фриман. Вау. Сейчас можно. Ну, пора, ты мудак. Собирай я спуск! Ау. Major fracture detected. Automatic medical. Вращение, внимание. Да вы серьезно? О, кстати, кто помнит это место тоже? Нет, туда. А, это тоже помните место, должны помнить, я помню. В чем дело, Док? Кролик еще одному дню, Фриман. Нет. Теперь ты женщина, помойка ее. Держи себя в руках. Держи себя в руках. Это именно женщина помойка. Вы полностью уверены, это значит, что ты должна. Верна. Если другой инструмент тоже будет неисправен, то я не выдержу. Пожалуйста, расслабьтесь. Все могло быть гораздо, гораздо хуже. Ну да. Уже гораздо хуже стало. Да уж тут ты плясала помойкой. Женщина помойка. О, это тоже. А, Гордон, вот ты где. А, пожалуйста, удачи. Присоединились к нам, док. Мы только что отправили образец в тестовую камеру. Мы разогнали антимасс-спектрометр до 105%. Рискованно, но нам нужна большая разрешающая способность. Ребят, администратор очень озабочен тем, что мы провели решающее исследование сегодняшнего образца. Полагаю, получить его было невероятно сложно. Ну что, не принимать мою любовь? Вас, Гордон. Она любовь, тварь! Отлично, поедем. Я отведу тебя вниз. Я буду отойти, ты нафиг! Сегодняшний эксперимент будет прекрасно смотреться в вашем резюме. Спасибо, мудак Гредов! Был занят завершающей подготовкой для нового эксперимента. Дай пройти, прощай. Приветствую, Илай. Доброе утро. Сегодня ты хорошо себя чувствуешь?
Гордон, доброе утро. Все эти изменения в последние минуты. Это немного странно. О, ситуация критическая. Ой, красиво. Ай, да ну что я домой дверь сломал тут. Да что за чертовщина происходит с нашим оборудованием? Оно изначально не должно было себя так повести. Нет ничего, с чем бы мы не смогли справиться сами, Элай. Иди, Гордон. Мы будем через минуту. Я молчу. Святой Беккерель, уровень радиации ну просто зашкаливает. Может занять немного больше времени, чем я ожидал. Ну чтобы я шкалил, что-то умное, чё? Так, сам. Ой, помни, если тебя спросят, это ты виноват, понял? Не подведи, чувак, я тебе верю. А, вот вы где. Вас все ищут. Боюсь, сегодня мы отклонимся от стандартной процедуры анализа, Гордон. Да, но на это есть серьезные причины. Это редчайшая возможность. Это самый чистый радиус из всех нами виденных. А что это такое, ребят? Возможно, самый нестабильный. Ну что, будем придерживаться стандартных процедур ведения. И все будет хорошо. Не знаю, как ты можешь так говорить. Подстава! Хотя я признаю, что вероятность каскадного резонанса крайне мала. Я просто не... Гордону не нужно все это выслушивать. Он высоко квалифицированный специалист. Слышали? Вы заверили администратора, что все будет в порядке. Дай мне уйти! Все будет хреново! О, мне нравится этим мудаками! Отпустите меня! А я же это попробую. Ладно, давай. Пора уже его впустить. Ты что, хуешься? Давай, давай, давай. Не пусти меня. Вот это иначе надо. Опять я должен опять выполнить. What the fuck? Что-то не понял, я могу сломать это нечестно. Это вообще не копать. Это вообще не кайпай. Раз, два. Раз, два, три. Ты не проверка. Кажется, все в порядке. Проверка, ты долбоёб. Кажется, все не в порядке. Хорошо, Гордон. Твой костюм должен обеспечить тебе комфорт в течение всего эксперимента. Образец будет доставлен тебе через пару может, дней. Может, это адский теперь, стул? Если может, ты изволишь так забраться по лестнице и запустить роторы, мы сможем довести антимасс-спектрометр до 80%. Что за говно, ребят? Держать, пока не прибудет контейнер. Я вру по контейнер, я поменяюсь, но он поставил. Очень хорошо. Дальше мы продолжим сами. Включите включателей первого уровня через 3, 2, 1. Кажется, начинается предсказуемая фаза. Ситуация включателей второго уровня. Мы не знаем, сколько времени система сможет продержаться на такой нагрузке и сколько времени займет. Пожалуйста, работай как можно быстрее. Ребят, так, мы должны работать. Это, наверное, не проблема. Наверное. Но у меня тут небольшое отклонение от... А, нет, вернулось допустимые пределы. Действуем по прежней схеме. Да, что сообщили, что образец готов, правда. Он вот-вот прибудет к тебе. Следи за системой доставки. Конец.
вашему искать, а? Я только ребёнок не могу это. Гонда, передавай привет! Да. Остальным. Да. О, да. Ночлейники, это круто. Ночлейники, это заебись. Нет, серьезно, походу у них... О, бля. Походу мы с вами вчера так сильно набухались, что аж прямо бухались, мамая. А где все? Какого хрена есть огонь, горит? Давайте же, блядь, мясо. Слушайте, давайте пожарим бочку, я еще хочу бухать. Горящую бочку. Блин, Вася, че мы так сильно с тобой набухали? Где Вася вообще? Фак, где Вася, блядь? Надо искать Вася. Ух, ну, я там есть. Вася? Вася? Вася, это ты лежишь? Вася, нет! Вася, глухо нет! Чего ты творишь? Вася! Вася, рыви, сука! Рыви! Рыви, скотина! Вася, нет! Давай тебя пробовать! Сюда мы плохим! Внимание! Персонал охраны, Вася, немедленно не явитесь в сектор Си! Удачи! Эй! О, они сохранили мою музыку. Вот уже извините. Курился. А я не могу ее спустить сюда, не хранится. Ну почему они не послушали? Я пытался предупредить их. Я никогда не думал, что увижу каскадный резонанс, не говоря уже о том, что создам его. Во имя кота Шрёдингера. А, он живой. Гордон! Хвала Господу за этот костюм! Телефона не работает. Не могу связаться ни с кем в комплексе. Выбирайся на поверхность. И сообщи кому-то, что здесь произошло. Неизвестные счеты. Какие опасности. Боже, что ты не убираешь, чё? У тебя такой шанс, чё ты не остынешь? Нельзя терять время. Тебе понадобится моя помощь. Уверен, остальные ученые тебе помогут. И бога ради, не снимай костюм, пока не выберешься. Слышишь? Что-то есть похоже, ребят, не заметили? Сюда ко мне, вот хорошо. Ну больше ты сказал бы. Внимание, персонал охраны. Что вообще, ты в этом ты горишь? А теперь все должны гореть. Ну ребята, я знаю, вы фанаты мои, фанатчики. Ну ребята, прям ползти, я знаю, что я. Ну,
Но это не повод, чтобы не взять его ногу. Прекрасную, сочную, сексуальненькую ножку. О! Все, я, кажется, смотрю. Вас предупреждали, никогда не катайтесь на лифте, если что-то страшно случится. Вас предупреждали, идея. Вы не послушали, вот и получили свое. 2, 4, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Черт, как я рад тебя видеть! Это правда. Что это вообще за твари, блин? И почему что, не понимаешь, что ли? Ты дебил, что ли? Это же эти... На зомби ходящие, как речь. Где он это? Вот там, фак, ты... Ты чё не стреляешь, дебил? Чё ты творишь? Да не повсюду. Ну! Эти штуки как зомби. Гей, спасибо, молодец. Отступаем, чувак, мой спастись. Отступаем. Зараза, потух. Хавай! Как было создать? Ну не крыло, сколько ребят, ну чё, ну это вообще не подбросит. Окей, я пошёл, едь! Блин, тут втроп ещё. Палки-валки! А за залки! Ладно, давай, давай! What the fuck? Куда уходишь? Ты, а мы назад! С меня хватит. Сдохни, сдохни. Да, да. Что, гони? Мои это. Тут уже такая штука опять. Или это моя? Что будет прямо это? Два года макат играть это вообще больше класса. Уж пилотаж. Я не против, я помогу. Тебе назло, кстати. Бить жопу и монтировку это ошибка. А, да. Я больше. Ты раньше не работал, а сейчас я заработал. Хотя я по монтировку пилю. Да да, я не бил монтировки. Горячий парень, это. Ну чё, удачку, гори. Пойдёмчик. Монтировка иногда помогает, не всегда, а иногда. Меня отвлечь, пошёл.
Также, ребят, давайте надо сделать корни 17. Для которого и хитрап. Что аж пит, поэтому ты и не можешь. Ладно, займайся, подписывай канал. Пока. Adiós, mandios.